На Чебоксарском хлебозаводе номер один запустили в работу цех по производству баранок и сушек. Он работает на полную мощность. И сегодня Михаил Игнатьев побывал на новом производстве. Именно здесь из муки, молока и сахара получаются дырявые хлебобулочные изделия. Вся работа от замеса теста до выпекания проходит под контролем машины. Это позволяет не только улучшить качество изготовляемой продукции, но и сделать процесс производства менее трудоемким. С введением нового производственного корпуса весь цикл изготовления баранок занимает всего 1,5 часа. Автоматизированная линия производства баранок и сушек единственная не только в Чувашии, но и во всем Поволжье. При изготовлении изделий используются только свежие и натуральные продукты. Персонал работает в 4 смены по 4 человека. Один специалист может одновременно следить за работой 8 автоматов. Галина Рубцова контролирует расположение и движение баранок на автоматизированной линии. Очень-очень любим, очень хорошо идет, все хорошо. Раньше тяжелее, сейчас очень хорошо. Как в сказке работаем. Работники предприятия смогли напрямую задать свои вопросы руководству республики. А их скопилось немало. Горожан волновали и проблемы ЖКХ, и медицины, и социального обеспечения. Альбина Хромова поинтересовалась, когда в микрорайоне по улице Гладкова появится школа. Сейчас у нас проектно-сметная документация, экспертиза пройдена. А в 2016 году начнется строительство этой школы, в 2016 году, и планируем в 2017 году, к 1 сентября, чтобы эта школа заработала. Михаил Игнатьев поблагодарил коллектив хлебозавода номер один за работу. В планах предприятия запуск очередной автоматизированной линии к концу этого года. Татьяна Леонтьева, Олег Якимов, Республика.